В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета стартовала научно-практическая конференция по нефтяной гидрогеологии и геохимии Practice Geochemistry 2022. Мероприятие проводится впервые. Так, 4 и 1 августа пройдут пленарные доклады, где выступающие обменяются со слушателями своим мнением и опытом. Конференция проходит в гибридном формате с участием приглашенных международных спикеров. Всего участвует больше 90 человек. Это первая конференция. В этом году мы решили запустить на базе Казанского федерального университета. Может, в будущем она будет проводиться и на других площадках участников консорциума научных центров мирового уровня. Она будет, повторюсь, ежегодной. И я думаю, с каждым годом будет набирать популярность, потому что сейчас это самое такое популярное направление нефтегазовой индустрии. Конференция проводится с целью выявления способностей молодых исследователей, студентов и специалистов в научно-исследовательской деятельности, формирования проектных инициатив, предоставления ученым, практикующим специалистам возможности свободного обмена информацией и мнением по теории и практике в области геохимических исследований свойств пластовых флюидов. Мероприятия проводить такие очень важно, потому что идет, понимаете, консолидация и интеграция фундаментальной науки вместе с производственной практикой. И на сегодняшней конференции, вот рассмотрев списки присутствующих, очень много будет производственников, в том числе те, которые непосредственно занимаются добычей нефти, а поискованием разведки на местах. И для них очень важно прочувствовать и посмотреть, на каком уровне сегодня находится фундаментальная наука, на каком уровне находится сегодня наш федеральный университет, какими знаниями, какими, скажем так, потенциалом обладает на текущий момент, и для того, чтобы потом интегрировать в общую работу для успешности всей нашей компании и республики в том числе. Мероприятие является прекрасной возможностью для молодых исследователей представить свои научные результаты, завести рабочие знакомства и обменяться знаниями в области геохимии. На нем участники представили научные работы, которые находятся на стадии опытной реализации и имеют определенные результаты, либо находятся на стадии теоретических основ, готовых к осуществлению. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.